28 августа – праздник Успения Пресвятой Богородицы. В этот день митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор возглавил божественную литургию в Успенском храме Красноармейского района города Волгограда. Его высокопреосвященству сослужили духовенство Волгоградской епархии. Небольшой храм едва вмещал всех, кто пришел почтить Пресвятую Богородицу и поклониться ее святой плащанице. В этот 210-й праздник Святая Церковь вспоминает события, когда Божья Матерь совершила переход из телесной в жизнь вечную. Предание нам гласит, что после спасения рода человеческого и вознесения Господа на небо, Дева Мария жила в доме святого Иоанна Богослова. Она часто удалялась на гору Елеонскую, где усердно молилась Сыну и Богу своему. И однажды во время такой уединенной молитвы ей явился архангел Гавриил и возвестил час, который станет для Богородицы переходом в бессмертную жизнь. В знамение торжества над смертью он вручил ей ветвь финиковой пальмы, сияющей неземным светом. Вернувшись домой, Богородица начала готовиться к своей кончине. Ее беспокоило, что она не сможет попрощаться с дорогими для нее учениками Господа, которые разошлись по всему свету проповедовать учение Христа. Но Божественный Сын исполнил ее сердечное желание и чудесным образом перенес апостолов на облаках и поставил пред дверьми дома, где обитала Божья Матерь. Радость встречи и скорбь расставания с Пречистой Девой смешалась в душах учеников воедино. Каждому Богородица нашла утешительное слово и пожелала вечного блаженства. В благословенный час ее кончины в горнице, где возлежала Пречистая Дева, заблистал несказанный свет божественной славы. Кровля открылась, и сам Царь Славы Христос с ангелами и архангелами сошел, чтобы принять душу Пречистой своей Матери. «Величит душа моя Господа, и возрадуется дух мой о Боге, Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей». Торжественно величаво звучат эти слова песни, наполненные великой радостью Матери при приближении своего Сына. Преисполненная духовного восторга, Богородица предала свою пречистую душу в руки Господа, а сама при этом словно бы уснула сладким сном. Архиерейское богослужение объединило всех молящихся в храме в единое целое, и многие прихожане пели молитвы вместе с духовенством. Традиционно в престольный праздник был совершен крестный ход вокруг храма, во время которого было сделано 4 остановки, соответственно, 4 сторонам света. На каждой такой остановке читалось Евангелие, и все присутствующие окроплялись святой водой. Прихожане стремились попасть под живительные капли святыни, которые архиерей щедро сдавал верующим. Обращаясь с архипастырским наставлением, владыка Феодор призвал всех идти путем спасения, обращаясь за помощью к Пресвятой Богородице. И общество нашей страны, и церковь – это есть конкретные живые люди, мы с вами. От нашей жизни зависит не только настоящее, но и будущее, не только нашей страны, но и всей планеты. Помните слова Христа, который сказал: «Вы – соль земли, без соли пища теряет вкус, без соли она начинает разлагаться, гнить и попросту пропадать». Вот мы должны осолить, сохранить и придать особый смысл жизни всем, кто существует на земном шаре.